Хочется доплыть до Майами? Я все выдержал. Пережил Мариэль, особый период и то, что было после. Тут просто вечный рай. Через 50 лет после Кубинской революции. Внимание! Нарушения общественного порядка, о которых сообщается в последние дни, спровоцированы диссидентскими группами, подкупленными правительством Америки. Не диссиденты. Вампиры? Вспыхнуло новое восстание. Это не янки, брат. Ходячие мертвецы. Лишь один человек может их остановить. Мы истребляем ближних. Чем можем помочь? Они медлительны, и нам это на руку. Высокий болевой порог, как под кайфом. Комедия о мире зомби. Кубинский юмор и вселенский ужас. Фильм, который смотрит по 100 раз. Хуан, истребитель кубинских зомби. Хороший вид. Да, но это здание заслоняет нам закат.